утвержденным проектом планировки. Вы же этого не упомянули. Я скажу больше. Вот все здесь присутствующие знают, что 37-й, 36-й, 35-й, 33-й, 35-й – это места максимальной концентрации молодых семей города Набережные Челны. Здесь живут 9, он на 100% отстроен по социальной ипотеке, федеральная республиканская программа «Молодая семья». Там все подсолнуховцы, маткапиталовцы. Там двух-трех, минимум двое-трое детей в семье маленьких. Две школы переполнены, вы же это прекрасно знаете. Садики все переполнены. То есть при нормативной емкости у 30-й школы 860 мест, сегодня, на сегодняшний день, там учатся 1700. На следующий год, это вот я вам, как отец первоклассник, который был на собрании, вот Касима Алина Сергеевна нам давала эти цифры, на следующий год будет 2000. И это уже физический предел просто. 41-я школа при плановой емкости 200, на сегодняшний день там 3600 учатся, а на следующий год будет 4000. Это не считая 10-11 классов, которые просто при наборе их там физически не было. И детсадовцы. Вот ваше предложение, ваши вопросы. Оставить детскую поликлинику, она там нужна. Мы не с ним взять. Все, остановитесь. Вопрос поступил. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.